Спешим вас успокоить, это не военные действия. На сцене авиация, танки, колесная техника. Так открывается выставка обороны промышленности IDEX-2019. Это одна из самых крупных выставок в мире. На стендах и российская техника. Вот презентация концерна Калашникова. Это уже на вооружении. У нас есть? Это у нас решался. А это уже бронированные автомобили «Аурус». Одна из арабских компаний получила долю в 36% на предприятии по производству брендированных машин. Соглашение подписали сегодня. Напомним, что с 2020 года серийное производство автомобилей «Аурус» планируется наладить и на территории особой экономической зоны Алабуга. Надо выходить на серию, и один из заводов Татарстана подключился к этой работе. Мы будем помогать, мы будем продвигать. Мы считаем, что Россия автомобильная страна. Почему наша команда всех побеждает, а почему наши вот такие VIP-машины тоже, я думаю, будут лучшие в мире. Это уже 14-я выставка IDEX. В этом году Россию здесь представляет больше 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе и Зеленодольский судостроительный завод. Корабли, ракеты, системы защиты. На выбор потенциальным покупателям больше 200 перспективных образцов для всех видов вооружений. Российские стенды президент республики осмотрел с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым. Во время выставки проходят и переговоры. Рустам Минниханов провел встречу с наследным принцем Эмирата Абу-Даби. А генеральный директор International Golden Group на отдельной встрече с президентом предложил направить в Татарстан на рабочую группу для изучения возможностей сотрудничества. Ну, говорят, одну надо нам розовый сорт для женщин. Да. Встреча с директором компании «Тавазун» прошла особенно тепло. Рустам Минниханов и Тарек Аль-Хасани уже встречались 2 года назад на полях этой же выставки. «Тавазун» занимается поставкой компонентов для нефтегазовой, космической и оборонной отрасли. На выставке стороны обсудили шаги развития сотрудничества, в том числе и в области судостроения и производства беспилотных устройств. Салават Мухаммадуллин, Марат Хусаинов, Андрей Сантальцев, ТНВ, Абу-Даби.